Суперечки між бойовиками. Донські козаки, які дислокуються в Первомайську, повстали проти керівництва самопроголошеної ЛНР. Причина – невиплата грошей і брак військового підкріплення. До того ж, за словами ватажка козаків Павла Дрьомова і його так званого коменданта Євгена Іщенка, до них не доходять допомога з Росії, а невизнану республіку очолюють крадії. Они едут подписывать перемирие, не зная всего положения, которое творится у них в Луганской области. И что люди у них голодают, голодают в городе Первомайске. Мне Плотницкий отвечает четко и ясно. Вы что, думаете, не одни? Мы не одни! Одни воры поменяли других. Вся разница в том, что все считают, что я пришел к власти. До корыта, блядь, дорвался. И буду воровать. Не будет этого. Не дадим.